Дорогой Господь, мы приходим к Тебе в этой молитве, славим Тебя и возвеличиваем Тебя. Мы просим Тебя, благослови то слово, которое будет впереди нас. Мы верим, что Ты будешь сеять в нас. Мы верим, что Ты приготовил что-то особенное для каждого из нас. И я прошу Тебя, пускай Твое слово в жизни каждого из нас станет «да» и «аминь». Пускай каждое Твое слово в жизни каждого из нас прорастет и даст свой плод. Мы нуждаемся в Тебе здесь, на этом месте, и мы славим Тебя здесь, на этом месте. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Можно присаживаться, дорогая церковь. Я рад видеть каждого, я рад приветствовать каждого здесь, на этом месте, в этот прекрасный воскресный день. И впереди нас ждет Слово. Я верю, что это будет особенное, благословенное время. В этом месяце, в месяце сентябре, мы продолжаем с вами говорить о церкви. И вы знаете, для меня тема церкви, она очень трепетная, потому что я считаю себя патриотом церкви, очень люблю нашу церковь. Слава Богу за нашу церковь. И вы знаете, так сложилось почему-то в моей жизни, что о тех или о том, что я сильно люблю, мне не всегда просто говорить. Вот когда мне нужно кого-то, например, поздравить с днем рождения просто в какой-то компании, я скажу речь такую, знаете, хорошую, подготовленную. Но когда я буду поздравлять близкого мне человека, свою жену, своих родителей, мне так сложно будет подобрать слова. И поэтому, честно вам скажу, когда я готовился к этой проповеди, я был благодарен Богу, что это Его слово, а не мое слово, потому что я бы очень сильно волновался, и мне было бы сложно. Но слава Господу за то, что Он дает свое слово. В то воскресенье мы с вами уже говорили, пастор Юрий Цивилюк говорил о базовых настройках церкви, о том, какая церковь должна быть, о том, какую церковь видит Христос. А сегодня я хочу, чтобы мы с вами поговорили немного о том, какая миссия каждого из нас в этой церкви, какая миссия твоя и моя в церкви, что и для чего мы делаем в церкви. И свою проповедь сегодня я назвал «Операция спасения». Операция спасения. Давайте вместе мы в самом начале слова обратимся к Писанию, откроем Бытие 6 главу с 13 по 15 стих. Бытие 6, 13, 15 на экране также есть. Написаны такие слова. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так». И дальше Господь обращается к Моисею и дает подробную инструкцию того, как нужно сделать ковчег, как нужно строить ковчег. Вы знаете, я на самом деле думаю, что эта история знакома всем нам. Я думаю, что эта история близка всем нам. И даже если вы сегодня на служении впервые, скорее всего, вы слышали эту историю. Я думаю, что кто-то слышал эту историю от дедушек с бабушками, кто-то слышал эту историю от родителей. В школах иногда рассказывали эту историю, возможно, даже в университете, на каком-то уроке, по какой-то дисциплине. Мы обсуждали так или иначе историю Ноевого ковчега. Но вы знаете, я думаю, что зачастую о Ноевом ковчеге мы задаемся вопросами из разряда «А как можно было построить ковчег, в который вместились бы все животные?» А как нужно было построить ковчег, чтобы и хищники, и не хищники, вот как-то там они умещались? Вот мы представляем себе, как там лев был, я не знаю, жирафом. Вот как такое можно было сделать? Мы задаемся вопросом, а где там все хранилось? А как же, каких размеров это должно быть? И хоть это все описано в Библии, но нам очень сложно все это представить. Но вы знаете, иногда вот за всеми этими вопросами мы забываем о предназначении этого ковчега, или в обществе, когда просто обсуждают Ноев ковчег, да, рассказывают эти истории, забывают об этом. И вы знаете, сегодня я хотел бы, чтобы мы говорили об этом, и чтобы сегодня мы проводили параллель между тем, что строил Ной, и тем, что однажды построил Иисус Христос, придя на эту землю. Сегодня мы с вами будем говорить о современном ковчеге, который создал Иисус, и обсудим, какая миссия каждого из нас в этом ковчеге. Но для начала я хотел бы коротко, совсем коротко рассказать все-таки историю, что же происходило такого, что появилась нужда в ковчеге. Возможно, вы не знаете, возможно, вы не читали. Сейчас мы коротко расскажем о том, что происходило. Итак, в самом начале Бог создал мир и создал его прекрасным. Бог создал человека для общения с человеком, для того, чтобы человек общался с Богом. Бог дал очень много прекрасных даров, Бог дал очень много прекрасных возможностей человеку. Но помимо этого всего, Бог сказал человеку, что есть одна вещь, которую делать нельзя. И вы знаете, к сожалению, Адам и Ева, они эту вещь сделали. И через эту вещь в мир пришел грех. И вы знаете, грех оказался настолько сильной заразой, что аналогов греху мы не увидим никогда ни в одном вирусе, ни в одной болезни. Потому что если от чего-то и можно найти лекарство, и о каких-то болезнях мы знаем только из истории, то я думаю, о грехе каждый из нас слышал, каждый из нас сталкивался с ним, каждый из нас сражался с ним, Мы очень хорошо знаем, что такое грех. И вы знаете, от греха не помогает дистанция социальная, от греха не помогает маска или антисептик. От греха это все не помогает. И вы знаете, в тот момент, когда мир был грязным настолько сильно, он настолько сильно осквернился в этом грехе, настолько сильно погруз в этот грех, Бог принял решение, что мир нужно очистить. И было принято решение, для этого был избран Ной, праведный Ной, и Бог дал ему повеление построить ковчег. В этот ковчег вошел только Ной и его семья, и животные, чтобы сохранить жизнь на земле. Но вы знаете, что было в конце? Потоп закончился, ковчег остановился на горе Арарат, и потом, после этого, Бог пообещал, что больше никогда такого не повторится. Поэтому то, что мы видим сегодня дождь, это, конечно, может иногда нас пугать, но не сильно, потому что мы знаем, что больше никогда не повторится того, что было во времена Ветхого Завета. Но вы знаете, остается вопрос, решилась ли проблема греха после этого? Вот, казалось бы, произошло очищение, все нечистое, оно было смыто с лица земли. Но вы знаете, грех настолько оказался сильным, настолько это была сильная зараза, что она продолжала размножаться, распространяться, и все больше и больше людей узнавали о грехе, сталкивались с ним и не могли с ним справиться. И человек как шел в ад, так и сегодня продолжает греша, к сожалению, идти в ад. И вы знаете, тогда Бог запустил в действие самый совершенный план спасения. И мы назвали сегодняшнее слово «Операция спасения». Бог запустил самый совершенный план. Иисус пришел на эту землю и заплатил за каждого из нас свою жизнь, для того, чтобы мы с вами получили спасение, для того, чтобы, попросив у Него прощения, для того, чтобы, приняв Иисуса своим Богом, мы с вами получили спасение. И вы знаете, когда Иисус ушел с земли, Он не просто простил нас, Он дал возможность нам с вами войти в новый, современный, построенный Иисусом Христом ковчег. И в Матфея 16 глава 18 стихи написано: «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не преодолеют ее». Вы знаете, сегодня, когда мы говорим о церкви, для меня это такой прекрасный корабль Иисуса Христа, прекрасный ковчег Иисуса Христа, в который Он приглашает каждого из нас. Из мира, который сегодня бушует волнами, этот океан, это море, грех нас накрывают волнами проблемы, обстоятельства, сложности. И вы знаете, корабль Иисуса Христа, церковь Иисуса Христа, это прекрасный ковчег и место, который защищает нас от этого. Чувствует ли корабль волны? Я не говорю, что, придя в церковь, вы знаете, мы избавимся от всего. Даже находясь в корабле, мы можем чувствовать, что в море шторм. Но корабль Иисуса Христа — это самое безопасное место. Написано в Писании: «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Представьте себе корабль, который невозможно вообще потопить. И вы знаете, мы поговорим сегодня о операции спасения и будем говорить о двух элементах, важных элементах этой операции. То есть для того, чтобы кого-то спасти, у нас разработан план, и есть два элемента этого плана. И первый из них, первый элемент плана, о котором мы будем говорить, называется очень просто «Спасай себя». Спасай себя. Вы знаете, мне вообще кажется, что каждый человек, он в своей жизни очень заинтересован в том, чтобы спасти себя, правда? Когда нам что-то угрожает, инстинкт самосохранения в нас срабатывает, и мы готовы сделать абсолютно все для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Если я один такой, значит, не понимаю этого. Я думаю, что каждый поддержит, и у каждого есть вот этот вот инстинкт самосохранения. И вы знаете, когда я читаю историю Ноя, для меня все, что он делал, оно, знаете, оно подвергается такому вопросу: как он поверил в это все? Вот представьте себе, на тот момент человек получает откровение строить корабль, который ему предстоит строить очень-очень-очень долго. При этом человечество ни разу не видело дождя, которое вообще способно организовать потоп. Земля орошалась, был такой естественный круговорот воды в природе, но никто не знал, что такое ливень. Это сейчас мы заходим в айфоны свои, в свои смартфоны и так думаем, брать зонтик, не брать, 30% вероятности дождя, 20%, и мы определяем, какой потоп нас ждет сегодня. Тогда этого не было. Ной получает откровение строить корабль не где-то в море, вот возле моря, просто он получает откровение: строй корабль там, где ты есть, и когда-то будет потоп, и ты войдешь в корабль и спасешься. Я представляю, с чем столкнулась семья Ноя. Я думаю, что когда его жена заходила в магазин, если сравнить это с современным временем, то ей было очень сложно пробивать покупку на кассе, потому что кассирша на нее так, она вбивала в терминал цену, но она так смотрела на нее, наверное, знаете, это жена Ноя. Когда их дети ходили в школу, они уже тогда знали, что такое буллинг. Возможно, ваши дети сейчас ходят в школу, и вы узнаете этот термин, все недавно его ввели, а тогда дети Ноя уже знали, что такое буллинг, потому что у них показывали и говорили: это его папа строит корабль. Его папа строит корабль в лесу, где-то в поле, там, где нету ни моря, ничего, и говорят они, что будет когда-то дождь и потоп. Вы знаете, Ной, он сталкивался с постоянным обсуждением, осуждением, на них показывали пальцами. Когда родители шли с детьми, они говорили: видишь вот того дядю, не подходи к нему, он очень странный. Но вы знаете, Ной поверил Богу, и он делал очень важное дело, он спасал себя. Вы знаете, сегодня в нашей жизни можно провести параллель между ковчегом Ноя и ковчегом Иисуса Христа. Я хотел бы поделиться первым откровением, что сегодня для нас реально церковь Иисуса Христа является прообразом ковчега Ноя, который Ной тогда строил для того, чтобы спасти человечество из осужденного мира. Сегодня Иисус Христос своей жертвой построил новый современный ковчег. И поэтому, чтобы построить ковчег, Ною понадобился молоток и гвозди. Чтобы выполнить свою миссию, Иисусу понадобился молоток и гвозди на Голгофе. Его прибивали к кресту. Чтобы построить ковчег Ною, ему нужно было дерево. Но точно так же дерево понадобилось и Иисусу для того, чтобы исполнить совершенный план спасения и для того, чтобы каждый из нас с вами сегодня, сидя в этом зале, мог иметь надежду на вечную жизнь. И также вы знаете, Бог сказал Ною одну очень важную миссию сделать. Когда он строил ковчег, Бог сказал Ною: ты должен осмолить этот ковчег внутри и снаружи. Вы знаете, если пустить дерево на воду, просто корабль на воду, он не выдержит. Дерево размокнет, появятся щели, что-то где-то треснет, корабль не сможет выдержать. И вы знаете, Иисус понимал, что нужно что-то особенное, нужно осмолить это все. И поэтому Иисус пролил свою кровь. Иисус пролил свою кровь не только для того, чтобы простить нам внешнее, то, что все видят, то, что все знают. Иисус пролил свою кровь для того, чтобы работать с тем, что внутри нас. Он осмолил и снаружи, и изнутри. И поэтому сегодня, когда есть ковчег, который уже построен, все, что зависит от нас, это то, чтобы мы спасали себя. Важно понять, что наступит момент, когда потоп начнется, когда мы не сможем вырваться из очередной волны. Нам важно быть и находиться в ковчеге Иисуса Христа. Вы знаете, для нас так часто сегодня имеет значение, я не буду приводить примеры из своей жизни, я думаю, что все вы меня понимаете, для нас так часто имеет значение, что о нас скажут люди. Если бы я рассказывал, сколько раз мне что-то говорили за то, что я нахожусь в ковчеге, за то, что я хожу в церковь, я думаю, что времени не хватило бы рассказывать это во время проповеди. Я думаю, что если вы здесь несколько раз, если вы здесь 10 лет, вы точно так же сталкивались с тем же, с чем сталкивался Ной. Возможно, сегодня в кого-то из нас показывают пальцем, возможно, на кого-то из нас показывают и говорят: вот этот человек очень странно ведет себя. Но послушайте, сегодня стоит очень острый вопрос твоего и моего спасения. И ради того, чтобы спасти себя, мы должны войти в ковчег Иисуса Христа. И вы знаете, я хотел бы поделиться еще одним откровением из этого пункта, и мы будем двигаться дальше. Вы знаете, я не сильно часто рассказываю о таких происшествиях в своей жизни, но однажды в мою жизнь пришли испытания со здоровьем. Мне 29 лет только. Я надеюсь, что это только. Вы знаете, я всегда на молодежном служении говорю: мне только 29 лет. И все в этот момент смеются, потому что понимают, что это уже практически. Вы знаете, в мою жизнь пришли в один момент испытания со здоровьем. И если сказать честно, я дважды столкнулся с тем, что мне оставались считанные часы и минуты до того, как все заканчивается. Вы знаете, первый раз я находился дома со своей семьей, и у меня просто ни с того ни с сего, вообще ни с того ни с сего, мне даже врачи потом не сказали, что это. У меня открывается внутреннее кровотечение. Я потерял примерно около литра крови, я думаю, до литра где-то, потому что это было такое обильное кровотечение. И вы знаете, вот в этот момент, когда я был дома, я осознал вот эту фразу, когда говорят, что все проносится перед глазами. Первый раз в моей жизни я понял, что это такое. Вы знаете, в этот момент, если до этого я не задумывался о спасении, знаете, до этого я слышал проповедников, которые говорят: ты должен бодрствовать сейчас, ты должен знать, что ты спасен сейчас. А знаете, я так думал, я так хочу, чтобы у меня сейчас машина Volkswagen, чтобы у меня когда-то был BMW или Mercedes. Вот я сейчас живу в такой квартире, я хочу, чтобы она была больше. И вы знаете, даже когда пастыря говорили: мы должны мечтать о небесах, вот бы сейчас Иисус пришел за церковью. А я честно вам скажу, признаюсь, в сердце тогда я думал: а я так бы хотел посмотреть, как мой сын женится. Я не знаю, как вас, я так себе говорил: а я так хотел бы посмотреть. А можно, чтобы это чуть позже случилось? Но вы знаете, в этот момент, когда я ощутил, что он мог стать последним, я понял, что не имеет значения абсолютно ничего. Я подумал тогда и о семье были мысли, но первое, о чем я подумал, что будет, если сейчас все закончится. Слава Богу, тогда все не закончилось. Я очень рад этому. И вы знаете, через некоторое время по этой же причине у меня произошло следующее происшествие. И если кто-то знает, я не буду сильно вдаваться в подробности, чтобы не рассказывать сейчас лекцию по медицине. У меня что-то лопнуло в организме, скажем так. Это был не аппендицит. И у меня случился перитонит. Я вызвал скорую домой. Мне уже было где-то плохо несколько часов, ну где-то часов 5, мы вызвали скорую. И врач приехала, она потрогала мой аппендицит, ну что ж трогает, аппендицит. А он у меня не болел, потому что он у меня и не лопнул. И она сказала, а вы могли где-то простудиться, там почки простудить или еще что-то? Я говорю, да, вот я как раз гулял на улице, мы ходили, выбирали машину тогда, покупали первую машину. И тогда дождь шел, очень холодно было. Я говорю, ну, наверное, да, промерз. Она говорит, идите и прогревайтесь. Ну, кто знает, кто связан с медициной, понимает, что ни в коем случае нельзя греть перитонит. И я пошел, согрелся, и мне стало хорошо, я лег, заснул, а жена моя, говорит, всю ночь не спала, молилась, вот чувствовала, что что-то не так. И вы знаете, на утро я просыпаюсь, мне очень плохо, и слава Богу, что тогда Киев был не настолько загружен, как сейчас. Слава Богу, что тогда еще не делали окружную. Мы иногда жалуемся на то, что у нас дороги не делают. Я скажу вам, я так рад, что тогда не делали дороги, потому что мы очень быстро доехали в киевскую клинику. И мне сказали, что вот вы уже прогрели, уже очень все плохо, и хорошо, что вы успели приехать. По сути, с того момента, как это все произошло, прошли сутки. Я думаю, что те, кто связаны с медициной, понимают, что это достаточно непростая ситуация. И вы знаете, к чему я это говорю? Наступил момент в моей жизни, когда я осознал, что все, о чем я думал раньше, все привилегии, которые есть в этом мире, учеба, работы, карьерный рост, машины, квартиры, все это не имеет никакого значения, если я сегодня не спасен, если я сегодня не в ковчеге Иисуса Христа, если сегодня я не знаю, что вот что произойдет, если наступит последний мой день. И вы знаете, откровение, которым я хотел бы поделиться, следующее откровение, оно говорит нам о следующем. Сейчас время спасать себя. Сейчас время спасать себя. Когда мы читаем историю Ноя и ковчега, написано «Бог затворил дверь». Ты не знаешь, когда в твоей жизни закроется дверь. Возможно, это произойдет так, как происходило у меня, и что-то произойдет со здоровьем. Возможно, наступит тот момент, когда Иисус придет за церковью. Мы не знаем, как это произойдет. Но вопрос, где ты будешь, и будешь ли ты спасен, когда этот момент настанет? А он настанет. И поэтому сегодня я хотел бы, чтобы каждый из нас, когда мы будем молиться, когда мы будем подводить итог, чтобы мы могли размышлять над тем, нахожусь ли я сегодня в ковчеге Иисуса Христа. Вы знаете, до того момента, когда я вот это вот рассказал, когда я рассказал вам свидетельство о своей жизни, я уже был в церкви. И вы знаете, я вроде что-то делал, я и старался, но тогда мне так иногда приятно было выйти из ковчега, посмотреть, а что там за пределами этого ковчега. Вот там что-то построили новое, пойду гляну, там погуляю. Потом вернусь в ковчег, буду в ковчеге. И вы знаете, я так делал. Но когда наступил момент, когда я осознал, что этот момент может стать последним, я понял, что спасение себя, спасти себя – это важно. Ты не знаешь, когда наступит момент и когда дверь закроется в ковчег. Итак, первый пункт, о котором мы сказали, первый важный элемент нашего спасательного плана, операция спасения, называется «Спасай тебя». И мы переходим с вами ко второму пункту. Это второй пункт нашего плана, он называется «Спасай других». Спасай других. И вы знаете, я хотел бы также опять обратиться к истории с Ноевым ковчегом и провести небольшую аналогию. Вы знаете, чем мне нравится ковчег Иисуса Христа? Я так люблю ковчег Иисуса Христа. Я в самом начале сказал, я патриот церкви. Вы знаете, нет ничего прекраснее, чем церковь. Потому что, когда Ной строил ковчег, он его построил только для своей семьи. Когда Ной построил ковчег, туда могли зайти только конкретные люди. Вы знаете, сегодня Бог благословил нас возможностью наполнить его ковчег людьми. Сегодня спасение утопающих – это уже не дело рук самих утопающих, как было во времена Ноя. Сегодня каждый из нас может стать важной частью Божьего плана, Божьей операции спасения. И вы знаете, я хотел бы попросить, чтобы у нас на экране появилась картинка, там, где два изображения. Вы знаете, я хотел бы... Мы сегодня так много говорим о кораблях. Ной построил свой ковчег, он построил корабль. И даже церковь Иисуса Христа я отчасти где-то сравнил с кораблем, который, может, и ощущает где-то штормы. Мы не будем в церкви чувствовать, что все вот штиль такой гладкий. Но мы будем в безопасности. И этот корабль никогда не потонет. Потому что Иисус сказал, я создам церковь, и врата ада не преодолеют ее. Но я хотел бы спросить, какой ты видишь свою церковь сегодня? Вы знаете, сегодня есть люди, для которых церковь — это прекрасный корабль вот этот вот слева. Это прекрасный круизный лайнер. Есть те, кто отдыхал на круизном лайнере когда-то? А есть те, кто хотели бы? Вот серьезно, вы прям смотрели уже, узнали. Я вам честно скажу, я узнавал, я интересовался. Я подписался на один канал, там узнавал цены. Это интересно. Вы знаете, это такой прекрасный корабль. Ты туда приходишь, ты что-то заплатил. И там мужчины и женщины в форме. Они улыбаются тебе, приветствуют тебя на входе. Ты в каюте там в убранной, твою каюту убирают. Тебе в каюту в форме приносят пищу. Ты питаешься там. Там есть аквапарки, там есть большие концертные залы, где поют прекраснейшие мировые группы, выступают какие-то коллективы. И ты так наслаждаешься всем этим. Тебе нравится. Вы знаете, это прекрасный корабль. Это прекрасный корабль для отдыха. Но ты никогда не станешь там частью команды. Корабль, который мы видим справа, я вам скажу честно, кто бывал на таких кораблях, если есть тут такие братья, они вам скажут, что быть на таком корабле это сложно. Потому что там нету человека, который отдыхает, там нету человека, который сидит в моменте, вот сейчас и отдыхает. Там есть люди, которые как один цельный механизм служат ради одного общего дела. И вы знаете, я сегодня вижу, что церковь, можно сказать, есть два типа церкви. Есть церковь там, где тебе служит команда, и есть церковь там, где ты сам являешься командой. И сегодня я хотел бы, чтобы мы размышляли об этом. Но перед тем, как мы будем думать, перед тем, как мы будем подводить итоги, вы знаете, я хотел бы сказать одну очень важную мысль, которая коснулась меня, когда я размышлял об этом, когда я молился, когда я искал у Бога откровения. Если мы заговорили о кораблях, вы знаете, наступает момент, когда корабль заходит в гавань, когда он причаливает. И наступит момент, когда корабль Иисуса Христа здесь на земле доплывет. Когда Иисус придет за своей невестой, когда Иисус придет за церковью, наступит момент, когда корабль причалит. И вы знаете, когда причаливает корабль, и на нем есть отдыхающие, как правило, они сходят с него. Но команда остается на корабле. Команда корабль не покидает. Вы знаете, то, что сегодня я даже на корабле, если мне просто сегодня хорошо, если мне сегодня служат и отдыхают, это не значит, что однажды причалив, мне не придется сойти с него. И вы знаете, для меня это лично вызов, чтобы я выбирал тот корабль, там, где я являюсь частью команды. Там, где я отвечаю за тех людей, которые вместе со мной на палубе. Там, где я вижу человека, который тонет и протягивает руку. И я не зову человека там, из команды круизного лайнера и говорю, там человек тонет. А я иду и сам вытаскиваю его. И вы знаете, сегодня именно от нас зависит, на каком корабле мы будем. И будем ли мы частью команды, и будем ли мы заниматься спасением этих других людей. Я хотел бы привести пример. Еще один пример, и мы будем молиться. Если можно, я попрошу группу прославления на сцену. Вы знаете, следующее изображение. Я хотел бы рассказать об одном человеке. Это Джон Харпер, пастор, который попал на «Титаник» однажды. Я думаю, что многие из вас слышали эту историю. Честно признаться вам, я ее слышал очень много раз, но каждый раз, когда речь заходит об этом священнике, что-то особенное происходит в моем сердце. Возможно, потому что я папа, потому что я тоже отец. Вы знаете, это был человек, который проповедовал Божье Слово. Он плыл на корабле в Чикаго для того, чтобы проповедовать в церкви, проповедовать Божье Слово. И плыл он вместе с своей сестрой и со своей 6-летней дочерью. Он был вдовцом. У него уже не было жены, он был вдовцом. И вы знаете, как иногда мы не ожидаем, мы планируем себе, строим планы, что завтра будет. Мы следим за курсами долларов, мы следим за политикой, нам важно, какой курс выбирает страна. Но вы знаете, в ту ночь корабль встретил айсберг. И айсберг изменил абсолютно все. Айсберг изменил курс доллара, значение его. Айсберг изменил значение твоей работы для тебя. И это все случилось там на корабле для тех людей, которые там были. Айсберг изменил планы каждого в ту ночь. И вы знаете, у Джона Харпера было два варианта всего лишь. Первый вариант такой приятный для родителей. Я думаю, что его можно было реализовать. Я думаю, что его можно было бы хотя бы попробовать реализовать. Он был отцом 6-летней дочери, у которой не было мамы. Мы знаем из исторических сводок, что там шлюпки уходили полупустые. Он мог прийти и сказать, послушайте, я папа маленькой дочери. Он мог попытаться. И второй вариант. Он мог передать дочь своей сестре и остаться, чтобы послужить всем тем, кто сегодня точно умрет. Потому что, кто-то бы точно умер в ту ночь. И вы знаете, я не знаю, как он это сделал, почему он это сделал. Он выбрал второй план. Я не знаю, с чем он сражался в тот момент, какие переживания у него были. Он выбрал второй вариант плана. И сначала, когда он уже отправил свою дочь, он проповедовал на корабле, Он просто подходил к людям, проповедовал им, рассказывал об Иисусе. И потом корабль в определенный момент разломался, он прыгнул в воду, и вместо того, чтобы найти в воде какое-то уже прибежище, пристанище и спокойно умереть, возможно, или ждать спасателей, потому что, в принципе, тогда ожидали другой корабль, он все равно продолжал плавать и проповедовал. Можете спросить, откуда мы это знаем? Есть люди, которые свидетельствуют об этом, потому что они спаслись в ту ночь. И, знаете, мне понравилось один момент. Я увидел, что он проповедовал. То есть есть свидетели, которые конкретно говорили, что он проповедовал. Сегодня это слово уже звучало. Вы знаете, он не подплывал, не говорил: «Бог спасет нас отсюда, и ты сможешь построить семью. Бог спасет нас, Он заберет нас, и у тебя будет благословенная работа и бизнес». Вы знаете, он подплывал и говорил Деяния 16:31. Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь твой дом». Он проповедовал только спасение. Он не проповедовал успех, он не проповедовал еще что-то. Он был на спасательной операции, на операции спасения. И вы знаете, сегодня каждый из нас может стать вот этим Джоном Харпером в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. Мы можем стать Джоном Харпером на наших работах, на наших учебах, в нашем подъезде, не знаю, в нашем частном секторе. Где бы мы ни были, мы можем стать этим Джоном Харпером. И последнее откровение, мы сейчас поклонимся, мы споем еще одну песню, будем молиться. Вы знаете, когда Бог давал повеление Ною построить ковчег, Он все сказал от А до Я. И Он сказал, кто на этом ковчеге должен быть, из чего должен быть построен ковчег. Иисус ковчег построил сам своей жертвой. Но нам дал только одно повеление. Идите и проповедуйте Евангелие. Нам Он дал только одно повеление. Он сказал, если у Ноя было 8 человек, ограниченное количество человек, которые могли войти на ковчег, ты можешь взять кого угодно, но и не мог взять бабушку, но и не мог взять маму, но и не мог взять соседа. Ты можешь взять кого угодно с собой. Ты можешь сегодня стать ответом на чью-то нужду. Ты сегодня можешь стать ответом на чью-то протянутую руку, которая утопает в этом мире греха. И вы знаете, так важно, чтобы, спасши себя, мы не забыли спасти и других. Так важно, чтобы мы не просто были на круизном лайнере, там, где очень хорошо, там, где нам готовят духовную пищу, там, где у нас концертный этот зал, там, где поют эти группы. Так важно, чтобы мы были частью этой команды, чтобы мы работали на Божье дело вместе, и чтобы мы спасали тех, кто еще не здесь. Давайте мы сейчас поднимемся на ноги. Сейчас, когда мы будем петь эту песню, я хотел бы просто, чтобы каждый из нас мог побыть наедине с Богом и поразмышлять. Поразмышлять о том, нахожусь ли я сегодня в этом ковчеге, зашел ли я в него, спас ли я себя. Или я еще, может быть, выхожу иногда, выглядываю, смотрю по сторонам. Еще мне так приятно то, что за этим ковчегом, за его пределами. Мне так хочется поплавать, там, посмотреть там что-то. И также, чтобы мы могли поразмышлять на этом ковчеге, в Божьей церкви. Я сегодня просто отдыхаю, мне сегодня просто приятно слушать проповедь. Мне сегодня просто приятно слушать песни, поклонения, прославления. Или я сегодня часть Божьего ковчега, у которого есть только одна миссия — спасать тех людей, которые еще не в нем. Давайте сейчас поклонимся нашему Господу. Роднее и ближе. Господь. Мы приходим сейчас к Тебе в этой молитве. И мы так сильно благодарим Тебя за то, что Ты совершил на кресте 2000 лет назад. За то, что Ты создал церковь, Господь, в которой мы можем находиться и чувствовать себя в Твоем доме. Мы можем чувствовать себя в безопасности. За то, что Ты сказал, что Ты создаешь церковь, которую никогда не преодолеют врата ада даже. Я прошу Тебя, дай каждому из нас честно сказать, где мы сейчас находимся. Спасен ли я? Нахожусь ли я сегодня в Твоем ковчеге, в Твоей церкви? И являюсь ли я частью этой церкви, Господь? Я прошу Тебя, каждому из нас дай осознание и сострадание к тем, кто еще тонет в этом мире, кто протягивает свою руку и просит о спасении. И я прошу Тебя, пускай каждый из нас будет не просто в месте, где ему служит команда. Дай каждому из нас быть частью Твоей команды, которая служит этому миру, Господь. Мы так нуждаемся в Тебе, Иисус. Мы так жаждем Тебя, Иисус. Аминь. И в конце я хотел сказать, знаете, если Ноев ковчег остановился на горе Арарат, то наш ковчег остановится на небесах. И все вместе мы с вами и с тем, кого мы возьмем, кому мы послужим, однажды окажемся в небесах, в том месте, куда ведет нас Иисус Христос. Давайте прославим нашего Господа. Он один достоин всей славы. Он один достоин всей чести. Слава Тебе, Иисус, слава Тебе, Господь, слава Тебе, наш Бог. И вы знаете, я хотел бы совершить еще одну молитву и прямо сейчас обратиться к тем, кто, возможно, на нашем служении впервые, возможно, вы несколько раз приходили, возможно, вы когда-то были в церкви, вы отошли от Господа. Но сегодня, когда мы говорили о том, что сделал Иисус для нас, ваше сердце, оно откликалось. Я хочу обратиться к тем, кто устал жить во грехе. Я хочу обратиться к тем, кто устал постоянно плыть в этом море, когда ты вроде бы только выплыл, вроде бы только все наладилось, но тебя накрывает следующая волна, и ты не можешь с этим справиться. Послушай, если ты есть на этом месте, мы хотим помолиться вместе. Проходи сюда под сцену, мы приглашаем тебя. Мы хотим совершить самую важную молитву в жизни каждого человека. Иисус умер за тебя. Иисус приглашает тебя в свой ковчег. Иисус приглашает тебя и хочет дать тебе мир. Он хочет простить тебя. Слава Господу! Слава Господу! Слава нашему Богу! Если ты есть на этом месте, если ты слышишь меня, послушай, если ты слышишь меня, я хочу сказать тебе, мы можем планировать очень много чего. Мы можем думать о нашем будущем. Мы можем думать о наших семьях, о наших работах. Мы можем думать о том, в какой мы стране будем жить. Но самое главное, мы никогда не будем знать, когда наступит последний день и когда дверь закроется. Если ты есть, послушай, если прямо сейчас Бог касается твоего сердца, оставь свое место. Успей сегодня, потому что сегодня день твоего спасения. Друзья, давайте мы прославим Бога за всех, кто вышел, поприветствуем тех, кто вышел. Сейчас я хочу обратиться к каждому из вас. Вы знаете, прощает грехи на этом месте только Бог. Я просто помолюсь и попрошу вас повторить эту молитву за мной. Это будут мои слова, но пускай они станут вашими. Пускай они будут исходить от вашего сердца. Обратитесь прямо сейчас к Богу, и я верю, что на этом месте есть тот, кто готов изменить абсолютно все. А самое главное – простить грех и принять. Церковь, а мы поддержим. Дорогой Господь, я прошу Тебя, прости меня, я грешный, я каюсь за все свои грехи, за все зло, за все обиды, которые я причинил Тебе, за всю боль. Я прошу Тебя, прими меня, очисти меня, прости меня. Я благодарю Тебя за Твою жертву, за то, что Ты принимаешь меня, и славлю Тебя. И мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Церковь Божия, давайте поприветствуем тех, кто покаялся, и прославим нашего Господа. Не уходите, пожалуйста, пока что. Я хотел бы обратиться к вам и сказать еще несколько вещей. Вы знаете, сегодня вы совершили самый приняли самое важное решение в своей жизни. Вы можете ходить абсолютно в любую церковь. Иисус Христос построил ковчег. Если вы захотите плыть вместе с нами по этой жизни, если вы захотите ходить вместе с нами за Иисусом, мы будем очень этому рады. Но самое главное, каждый день держитесь за Иисуса. И прямо сейчас мы приглашаем вас по центральному проходу пройти в фойе. Наши служители познакомятся там с вами, вручат вам подарки. Слава Богу за вас и слава Господу за Слово. Давайте прославим нашего Бога.